Ого. Да, ТТГ... 75к. В ТТГ летите? 75! Ну это пока. Имба. Убить а это... Ну 605. Стрепнёха зашёл. Да ну нахуй. Все молчим. Ооо. Кто заменит трюк? Падаем, ёбаный. Все молчим, босс. Кто-то по челюсть хочет, чтобы Трёплёха зашёл? Покидаем тело. Да не, никто не хочет. Я могу ступить слот. Ну я ливану. Не ливайте, сейчас я, блядь, расскажу все, блядь. Все в отдельном рейде хотят почилить. Ну, берсерка уже 105 тысяч. Так, сейчас погодите, блядь. Кто там тактики не знает? Сейчас, подожди. Чилит. Так, Оливий, тактики знаешь? Так, история знает, красавчик. Так, грибай. Идешь Лингрен дамажить. Бат, у тебя ты говорил, у тебя не хватает скилла выбегать или кто? Арбас. Ты не знаешь? Армаз? Типа скилла них может не хватить выбежать из этой лужи ебаной. Ну сейчас это, сейчас я тебя в штрафную зону. ШП можно взять того. Штрафную зону просто поставлю. А лутай, где он? Он, кстати, ИП не получал за замену. Ну шел уже. Получается, лутал не полутал. А вот хант хотел. Так, безобидный. Ну безобидный с хантом, я не знаю. Вот он. Тут. Так. Тут ТТГ надо раз 10 сдохнуть на этой собаке. Ой, потом вообще выбегаешь постоянно. Преисполнится, да, в своем познании. Да, да, да. Я теперь вообще мне не дохну. Слушай, в десятке не проблема выбежать, блядь. 25. Надо было, блядь, делать. Ну, привыкаешь, находишь уже место, например, как стоять. Слышишь, этот самый шлепец, а у тебя ДД есть? Кто там хуярит? Так, я в ДД уже. Ага, давай. Так, пошла с ДД. Оливий тут нет. Блять, столько флуда нахуй, напиши в рейд. А, тут ты нет. Что-то не увидел. Да похуй, там оп, не оп, там просто в инс уже заходишь и все. Так. Притон, насчет тебя еще нахуй. Я тебе, получается, ИП дал второй раз, да, на лока. Тебе надо отнять. Вот эта хуйня очень важная, блядь. Тут ты будешь копить, ИП всех заберешь, все, весь шмот. Легко ранул. Равист придет, там охуеет. Так. Того, что я тебе буду... я не помню, я не считал, сейчас я, блядь, не до этого. Этот, С, минус 1200. Твою нету, как раз оно плюс-минус, то на то его и помню. Этот самый, кто там, блядь, два тотема, или как он там, нахуй? Сейчас я на него ебану. Это и по тебе. Я зов, ебать, там, блядь, все. Два тотема, да, твой лок? Так. 163, 155, 165, 165, вот. Ну да, пушка фигня. Так, а Оливий, ты тут, нет? Нет, я в ДС, походу, нету. Ну так хули мы тут про члены говорим, блядь. Юля, получается, не счет, да? Для кого это все, да? А Юля на ком? А Юля не на ком, Юля просто... А, я понял. Просто сидит, слушает, блядь, тебя долбоеба. Я понял, блядь. Не от вас, а в скобочках от Воида, блядь. А может, у него замучен? Да? Может быть. Спросите у него. Может, у него половина замучена? Короче, тут, если что, если кто новенький, если кто не в курсе, значит, это, лут раздается по консулу, вот. Ну, какие-то вещи бывают, что на ролл кинутся, вот. Ну, а так я не могу попасть в ТТГшку, потому что у вас там насумонили. Ну, кто там? Ну, кто там? Арбас. Арбас. Так, Арбас. Магину. Арбас, Магина, на выход. Арбас, Магила, на выход. Он реальный, Оливий, Батрак, Шейн, он включал. Лутай. Ой, нет, их нету. Хистория. Лутай вроде знает, он говорил. Да, сейчас посмотрим. Не, Хистория не знает, говорит. Ну пока я так. Я не знаю. Не, Хистория все знает, там заебись. Ну ебать. Ладно. Все, призана осталось. Все, пошли, короче, трэш бить время. Надо уложиться за 30 минут эту всю хуйню. Это новенькие, если кто хочет попадать в эту хуйню, это попрактикуйтесь десятки и плюс 25-ки все на ютубе есть. За все классы, за танков, за ДД, за хилов, все есть. То есть чекните видос. Там 1000 раз я эту хуйню все объяснял, уже язык стер, блять, это все объяснять. Книжку там заклинаниями откройте, какой босс что делает. Вот, и конкретно, когда, ну, в ТТГшку есть особые какие-то требования. Вы и ДПС должны прилично давать, 1015. Не меньше, блять. Это. Ну и бегать нормально, за свой класс понимать все скиллы свои, чтобы на панели там
Не то, что там, блядь, синие джаги нет на панели, там, или мастер аур нет на панели. По кругу. Там видео открываешь, ой, тысячу раз хуесосил весь рейд. Да сейчас начнется, вы что, придурки, блядь. Ёбаные бичи, блядь. Вы что там дрочите, блядь? Почему это будет не на собаке, на Гаганаше? Да, до собаки пойдем, хули. И Буря-Бай такой пишет в чат, я дрочу. Смотрите, еще особая хуйня. Вот если я на танке эту хуйню танчу, мне вообще нихуя не видно. Я там в стене спиной стою. И это. Надо, чтобы кто-то говорил там, у кого голос есть РДД. Там или Синтек, там, блядь, в РДД будешь стоять, там чилить. Чтоб просто кому ситуацию видно, рейда со стороны. Синтек любит поговорить. Ну а дальше там нихуя сложно, собака по сути простая, центральный простой, это, да все это простое, блядь, сейчас. Я да, потом... не поспоришь с тобой, особенно когда ты говоришь, встань в стенку ебалом и не мешай. Да. До стрима можно будет это вырезать, фразу Серджи я драчу? Да можно. А можно за это не снести уже Серджи сразу, пожалуйста? Топа 37 лет, нахуй, такую просьбу, блядь. Вообще почему? Знаете, мне кажется, это лучше часовую нарезку сделать. Не, мне еще 37 семей нету. Ты мне 2 года еще прибавил. Топе 57, на самом деле. Да похуй сколько, блядь. Просто он хочет хорошо шифруется. Ладно. Он старикан, да. А ты не груби старшим, блядь. Ну а Синтек вообще молодой, нахуй, 10 лет. Че твой разгоняется опять, прям как вчера. Ну охуенно. Пошел же вчера, прошли-то нормально все вчера. Ну да. Вроде вчера Синтек гиперактивный был, блядь. Сегодня он пассивный. Могли остановить. Ну да, подустал. Ну, может энергетик кончился. Заебал. Дай кого сейчас у Долора не наблюдаю. Опа, да. Ебашь. Скажи ему, передай ему, что он пидор, блядь. Набрал шем и ливнул нахуй. Мудак, блядь. Это про кого? Хурюк, нахуй. А это здесь причем? А он молча просто вышел. Ну да. Я ему даже в ПМ написал, возвращайся, мразь, говорю, я на себе пизды дам, блядь, приеду, нахуй. Не ответил нихуя нахуй. Не, шем надо, кому за 30 нахуй уже есть уже, бля, они там. Нормальные, нахуй. Это кому, бля, этот щебни, нахуй, всякие. Че за намеки, блядь? Молодые. Короче, они... мелким не надо, да? Они кидают, да-да-да, в натуре. Да, давайте шем в натуре 30 плюс делать, нахуй. А Вилане тебе сколько лет, нахуй? 2, блядь. Сколько? 8 лет до шлема ему, нахуй. А у меня 6 тогда. Ставь таймер, блядь. Что там, мужики, короче. Таймер на 7,5 лет. Знаете, фамилию у Хурика, я как минимум живу с ним в одном городе, ебать, я по фамилии. Опа, все. Можно заказ просто. Я знаю, что он с родителями, следовательно, скорее всего, школьник, ебать. В натуре. Ну все, короче. Нет, он же говорит, что он студент. Было слышно, ну, что он... Синтек, вот это твое. Нет, а чем студент от школьника он... отличается? Возрастом. Ничем, но... Сэйсей. Он студент, скорее всего, учится. Он самый ученик, блядь. Нормально, на опыте ебать. Галдёж я ебу, нахуй, ладно. Так что, ебать, это... Просто одно слово. 30 плюс, говорят. Сейчас плакать будете. А мне по голосу сколько? 40, нахуй. Вот, да, сколько тебе рарник, блядь? Холидринку, блядь, там. Да в рарнику вроде столько и есть. 27? Нет. Блэсфер, это... Даже топы на 2 дня. 39. Хуя, 35? Так, это я самый... Я помню, короче, блядь, братья. Все, стопаем. Это, ну я вас пока кикну, если вдруг что, кто-то обрыгается там, пиздец. Магина вместо он... Эй, хотел. Также, так, сейчас это уберу, блядь. Также потом добьем эти три босса плюс анюти нейпа. Так, теперь... Гейм, не трейдем. Первая, вторая пати под ебалом. Я танчу, остальные все в ДД. Так, Синтек, блядь, остальные. Мэтт Фокс, ты я в САУ. Хотя, подожди, нет. Не, Буребай в хиле будь, пожалуйста. Надо будет это, на меня, чтобы частица прокала. Давай, Мэтт Фокс в САУ. Остальные 4 хила хилите. В миле бегают, значит, Синтека и Неола. Неола это, ну, ДЦшник. Смотрите, если метка с кому-то на ком-то с вас будет, там это самое. Как называется-то, блядь?
это, не сдохните нахуй. И смотрите еще. Вот. Вот тут вот милики начинаются. Тихо, блядь. Хули вы ржете. Вот тут РДД начинают в кружке, нахуй. Вот смотрите, а милики, кто совсем тупой, прям безнадежно, блядь. Бежим туда, нахуй, в крест, нахуй. Ну, башкой к стену уткнулись. Туповая тактика. Как это, блядь, называется-то? Умер. Да похуй. Так, не, если вы тупой, просто с другой стороны босса стойте и все. Да. На самом деле там стоят умные, но, блядь. Так, теперь еще раз продублирую. Значит, первая и вторая пати в звезде начинают. С ними там же стоят. Кто ливнул? Эй, вместо меня Магина возьми ты ТГ. Я понял, блядь. Магина, ты тут? Принимай, могила, с умом стыкаем. Ой, ебать, кошечка. Могила. Войт, войт этот, макро, да, и чудесное, и сафлот я захочу. Пожалуйста. Чё тебе дать, истерии? Чё дать? Ест, ой, бля. Опять платить. Макро, макро, масло. А, масло. Блядь, можешь мне дать, Войт? Давайте, чтоб всю хуйню закрыли. Надо КБ ставить. ХМ-ку. Да, это быстренько надо. СПД, масло. Да. Знаешь, что у магов, у ДКшников есть такой прикольный бизнес? Поехали, поехали, полчаса осталось. Да я ебать обменки, да. И дать началов из цели, а потом бегать и требовать 500 голды от них. Они тебе дали 500 голды? Да, проверка. Ну, Бурибай дал. Я на почту скину. Понятно. Так, все готовы, да что, сосредоточились. Кто умрет первый, тот пидор. Отлично, я понял. О, я умру, блядь, я специально буду двигаться нахуй. Так, так, мы всегда знали. Так, Неола словил, да? Это, анонсите там, или Синтек кто видит, или Вадикон кто-то, говорите. На ком на первых будет гейзеры, то следующие гейзеры будут уже на обстреле на вторых людях. То есть они чередуются, все фиолетовые и зеленые метки. У меня эффекты выключены, я не вижу гейзера. Значит, Вадикон, говори, я хуй знает. Скоро будет гейзер, смотрите, на ком будет, скажите, блядь. Ну, на миликах будет, скорее всего. Нет, РДД. Да, он не зыбку, минус 2. Притон, где портал, ультрадру, как дела? Да я прям в середине там. Хуёво дела, я так и понял, блядь. Так надо с краю стоять, нахуй. Бичи, блядь. Ждем, ждем обстрел. Все, бьем, пробуем. Пиздец, блядь, ни зыбка не спасает, нахуй. Всем удачи. Обстрел, смотрим. Лепищип, конфликт, ага. Нахуй. Конфликт, ебать. Ладно, я понял. Ну, вроде как-то захили, но... Кто там? Сдох. С кем его конфликт путать? Я вообще ровно бежал по лестнице. Ты луч словил, потом... наверное, нахуй. Так я ловил луч, но я его... Так, работаем дальше, не падаем, пока пробуем еще нахуй. Хуярим изо всех сил, ДПС, смотрим нахуй гейзеры, следующий на ДД должны быть. Сбегите в метку или что, или глыба... Маг, глыба прожмет. Миликов подхильте, над миликом дамаг. Так, нету у вас и неволы, у вас только два эрдру и холипал. Не проебите рейд. Этот, Вадикон подхиливай в элеме, если дамаг будет по вам идти. Поезда должны быть у вас, гейзеры. Внимательно с этим. Рано еще. Скоро будут. Так, сейчас мясо это обойдет. По милии будет сейчас гейзер. Готовимся, милики, нахуй. Уже ушли на рейндж, нахуй, иначе подохните нахуй все. Ну, в смысле, не в РДД, а это, готовьтесь. Сейчас самокут. Вот гейзеры, смотрим. Так, ладно, бам, плюс да. Один, давайте, ебашим. Шанс, шанс есть еще. Внимательно играем сейчас. Удар, нахуй, отошли. Ну что, Тутилар, как дела, блядь? Сука. Так, обстрел. Обстрел, внимательно. Так, обстрел прошел. Дал не зыбку, а нахуй. Блядь. О, лужа, ладно, тут стакаю. Стойте, бейте сбоку там аккуратненько. Тут на стакую лужу. Панцирь нажал. Так, лужа настакалась. Сейчас будет, буду отводить, короче. Короче, пускай она пока надо. Тут. Пускай. У вас да, это, схильте друг друга. Себя хильте, ретрики подхилите. Призан тоже подхиливай себя, если что там. Там два хила всего. Три. Войда подхильте.
Так, метка перегрузки, могли бы нажмет. Так, гейзеры. Два ляма, пытаемся добить, там РДДшники есть, в принципе. Блин, блядь, живи, блядь, жди нахуй. Лям. Отлично, живи, блядь. Не достаю, сука. Ебать, я выжил, не я хотел сказать, ебать печи нахуй, два мага сдохли нахуй, вы же могли глыбу прожать. Поезд ДКшный. Да, ДКшный. А может встань, блядь. Так, посох, синтек надо тебе нахуй? Второй, а что я разогнался нахуй, на третьем месте, блядь. Подарок нахуй. У меня есть. Так а хули там подохли просто бищи, поэтому... Да, а, понятно. Так. Зуналтор или 228? 228 мейн, Зуналтор это твинка, правильно, да? Так. Абсолютно. Давай магу закину. Апса факин лютли, надо говорить. Абсолютно. Будь как Невский, будь как Мушин. Будь как бич. Не будь так. Как бич. Тут и ларгаться. Спасибо. Так. О, МВидео подарил 1000 бонусов. Ботфорты звездного полемника. Ты чё, блядь, сегодня ударение проебал где-то? Да, да. В смысле сегодня? Я вообще проебалась. Не, ну тут в одном, блядь, предложении 3 проебать. В смысле ударение? Так, плечо, короче, нужный мамонт. Верный выстрел, надо кому-то. Кидаем либо мне, либо второму ханту. Ханты, вам кому надо? Вам обоим или кому-то одному? Это тестить надо, я хуй его знаю. Нужный мамонт. А, понимает. Мне в любом случае пригодится, потому что я, ну, полуголый, грубо говоря. Но у меня приора нет. Ну, короче, смотри. Мне бы приора, отдай ему. Причем тут приор? Тут по консулу дается. Ну ладно, я ему закину, там сами решайте между собой. Звездный огонь. А, у меня башки нет, да. Звездный огонь, нахуй, на сову. Звездные ботфорды. Нихуя нету. Так. На, попей. Дродру все закинул. Смотрите. Питомец, нахуй, на того, кому бог пошлет, нахуй. А, нахуй. А у меня нет еще башки, хан. Так. Вот шкаф поставьте, пожалуйста. В это время мы уже вчера целка начинали. Надо, короче, быстро... Все, в принципе, сложное разъебали. Сейчас этот босс. В хила шестого спекнется призан. Выхода нету. Давай призан спекнется. И фокс в хиле давай. Бля, сопрос. Видите, какого сопрос? И мы фокс. И мы фокс в хила. Сопрот. Сейчас. А завтра что у нас? Посмотрим. Если мы целка сегодня закроем, у нас завтра Гера стартанет. Так что работаем на эту идею. Вот. То есть, если мы все RS-ку... начнем. Все, разберемся, нахуй. Это ладно. Самое. Значит, смотрите. Кому это сопрот тебе надо, борьба? Да. И. Да еще этому бичи тоже тебе. Знаете, обмен кидайте-ка. Кто... Ля, можно я в ЦЛК на биче на своем пойду? На ДК? Я подумаю, посмотрим сейчас на сборе. Бичип. Так, блять, кто там еще? Значит, смотрите, на дыхании самое главное, вот 6 хилов вас хилят, вы тоже сжимаете. Вары защитную стойку прожимаете, минус 10% урона. Водикон подхиливаешь. Хантов не проебите двоих, они не должны упасть. Эрдрушники, имейте в виду. Локи похищения. Маги полностью, да. Магический доспех ставите. Если что, даете этот щит маны нахуй. Если щита нету, глыбу скидываем в конце. Вот, на дыхание главное не сдыхать. Призану закиньте, катыси, сбрось ему инр. И жри... А, вот рыба, нахуй, забыл, блин. Жрите быстрее. Поставили, а это, темная аура у кого? Темная аура? У Лингрена. Ауры, если да. Что, надо уступать в курсе, да? Я первый прожму и уступлю сразу кому-нибудь. Выключу ее просто. Не сразу, ты дождаться должен конца мастера. Ну, да. Я понял. Ну, это так, мало ли. Я в курсе. 5 секунд. Так, даю этот проверка. Блять, Ваня, остановись нахуй. Босс мордой в рейд, да? Да, буду в рейд держать. Ой, меня крашнуло. Можно стоп, не пулим, назад отошли. Назад отошли. Быстрее. По-быстрому. Скажешь, херня.
просто краш. Я понял, блин, пулбур свой двадцать. Сорян. Да ладно, что. Это тракт специально так сделал, испугался чуть-чуть. Да. Ну, так-то он там прилично дает. А то, блядь, нихуя, говорит, собаку с первого трайна. Так, зашел. Еще раз проверка. Да. Призом. Так, даю отчет. Этим призом хиль по врожденным там. Так, Сири дал истории. Берегитесь. Так, сейчас будет дыхание, готовьтесь прохиливать себя. Вот сверху закройте, кто там, он сзади, видите, сверху. И черный пол, с него надо выходить, не забывайте. Блять, ёбаный в рот, как ты сдох, блять. Этот отдал самый ауру. Синтек, быстренько резай его. Быстренько резай его. Ауру заберите. Фулл баф по нему. И иннер Катриси. Катриси, когда? Ладно, скинули. Резайте, резай, резай. Захиливай себя хотя бы. Захиль, 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 сука, захильте его. Начинай, выравнивайся, хилить там, начинай. Отдал. О, эти. Все, давайте уже Геру пораньше дадим. Бить осталось 40 секунд. Скоро бублики, да? Милики, это, сферки зауешьте, вот эти срочно зауешьте. Проклятие Неола, вынеси с центра. Вынеси, и рарник вынеси. Две сферы зарой? Залейте, залейте их лучше, залейте, вон еще ту залейте. Все, и бейте спокойно босса. Еще одну залейте следом. Мидарк на хп дай, мидарк на хп дай. Дайте еще одну Геру. Все, хуярим, должны успеть. Этот колодец вынесли. Погружение. Призан тут, Теларх, история, выйдите. Ой, блять, а я не зашел, нахуй. Я еблан, нахуй. Я его погрузил. Блядь. Я хуй на это, я зашел. Главный колодец был, все. Погружение осталось. Да, что-то это как-то странно. Ладно, падайте. Еще разок. Блять, в бублике валяюсь, нахуй. Данут. Да, я тоже. Просто что-то какая-то хуйня. Это, видать, ты когда выносил, он тебе повешал, но... Мы что-то слишком быстро просто начали. Может быть, это за сбитый гир, я хз. Нет. Я не помню, за чего там, ну, сбивается эта хуйня. Ну, вроде как, вот на 50 у него фаза наступает, и там тайминги немножко другие. То есть там один скилл убирается, другой добавляется. Вот это от этого зависит, именно когда на 50 переводишь. Вот. Блядь, там вот он за блинками лежат. Он энергию это накапливает. Ну, сейчас просто не пройдем. Надо будет заходить в бублики, также если будет. Надо будет заходить в бублики те, которые первые поставили. А вторые, если выносите, то, ну, я не знаю, ну, либо сдохнут люди. В принципе, добьем, что там было, три ляма. Вот знает, есть этот камень, меткость, сколько это еще доп статом? Меткость есть. Какую тебе надо? Оранжевый. Сила так и есть, меткость. А там все с меткостью есть. Тебе что надо? Сила атаки или что? Да мне значит навар надо с меткостью, чтобы было в купе. Наверное, сила меткость есть, нет? Да, наверное, сила меткость есть. РПБ меткость. Мастер день. Да, есть. Мастерка? Ну да, мастерка там на меткость. Все понял. Да, типа. У меня есть, если что, глянь там. Хорошо. Сейчас-то после боя, если я гляну, давай. Слушайте, пацаны, что это, стоим, крутимся. Так, на 20 минут открыть ТТГ и пойти целка. Давайте, ошибок не должно быть. Притон, МВП хандовый тут, нет? Притон, репищип. Да-да, здесь есть. Притон, притон. Полагал. Блять, вот это вот хуевая привычка АФКшить. Вот, да нет, пока. Все, даю отчет. One.
Вырубаем, прохиливайте хорошенько, сейчас будет дыхание скоро. Тьму заберите. Забрал. Вот, вырубаем, не пройдите. С черного пола выходим. Да. Отдаю. А скоро еще дыхание будет, готовьтесь прохиливать. Дыханием прохиливаем. Хилимся сами, камни жрем. Отдаю. Сферу под боссом. Сферку под боссом заливаем. Вырубай, забери. Все, сферу под боссом заберите. Давайте Геру 35%. Давайте Геру. Значит, бублики, сейчас готовьтесь. Репичип, история, выносите. Ну и притон, буреба и медфокс тоже выносите. С решетки выйдите. Все, теперь вернитесь. В бубликах не стойте, чтобы возможно было хилить. Если что, неподалеку от бубликов стоим. Готовимся в него зайти. Я вот тут вот возле этого буду стоять. Дыхание. Лутай на хп давай. Мастера узнал. Заходим в бублики. Заходим, дал мне зыбку, заходим в бублики. Вышли. Выходим. Ровно шот. Ходим, бьем, пробуем. Сколько так, синтек быстро резай медфокса. Быстро резай медфокса. На ТД ебать. Сука, просто захиливаемся, как, ну, и от сфер отходите, потому что они шотают. Ну чё, лям, доебываем. 500 тысяч, давайте. У меня тоже, вот именно сейчас, просто. А там пиздец. Да, у меня слайд-шоу какой-то. Это просто, блядь, невозможно играть. Так, про товары кому надо? Подавитель агрессии, блядь, нихуясь. Никому не надо, ну. Так, святость. О, паладинская. Да хпала. Хпаловская. Тупо в магазин штанов зашли. С СПДшкой. Кому надо? У меня есть такие, все виды есть, нахуй. Все виды есть. Давай Лингрену начнем. С СПДшкой херня? Не, давай. Холи спек. С критом, короче, ноги нихуя прикольные на сову, наверное. Да, просто статы это хорошо. Да. Ну, а стату прилично там, ультраду. Блять, а чё тебе другие отдал, нахуй? Там какие были? С критом, а эти с чем тогда? А, не две с критом, что ли, выпало? Да. Не, ну спасается, я скажу здесь, очень сильно. Чё спасает? Я ставил сзади Дживса. Вон хламобот стоит, если надо. А вот это с проком с каким-то надо на хапало? У меня есть. Это именно хапаловский, но... Ткань, надо. Пояс, молитвенное обращение. Короче, ДЦ или кто там приступит? ДЦ. Так, кому там нужнее? И Неола, Метадарк. И Неола тебе не надо? Лутай. Ну, каждым кастером идет. Убийц для мага, пишет. Так. Дарк, у тебя что, хилоспек есть? Я ее крутану, и мне больше ни одной. Не, надо Неоле, он не крутит. У Неолы есть. Видишь, у меня есть поиск. У Неолы есть, он написал. Да, ему еще того давали. Ладно, все, кто нажимал, этот. Лас шмотка, в смысле лас шмотка? Лас шмотка у меня СТТГ нужна, только пояс, и все. Ладно, давай Мидарку. Этот и Неола. Тебе Дарк же говорит. Да. Так, пошли последний. Также в хиле оставайся призом. По диспелам 2 ШП. Ну, ретрики там тоже помогайте по мелизоне. Буребай вообще не отвлекайся на диспел. Ну и Неола разок дашь мас диспел, да. И все. Буребай просто хиль. Ну, раздрушники там, в принципе. Нихуя сложного, отворачиваться, выбегать к стене, изи. Черепок, крестик будет над головой. Этот, 2.8, чё там стоишь? Ёптить, мы бы паролим, такая же хуйня по ТТГ. Ну я хуй знает, если Мидарк захочет паролить, так пускай у него будет. Если захочет. Давай, если чё, давай рольнём. Хочешь? Я тоже хочу рольнуть. Ой, бля. Вот роль маг или Мидарк тогда. Посох ты разрулил? Ну, дал? Ты посох кому-то дал?
Я не помню. Посох я давал... Dark, твой рул? Блять, ну не твой день, брат. Да. До 2.8 что ли давал. Забегайте сюда. Так не работает. Так, проверка. Нормально. Быстренько разъебываем и целка идем. Так, а кого вообще? Рарник, ты где? Рарник, ты где? Бегу. Ты на коне на каком-то, да, тишкав? Пам-пам-пам-пам-пам. Пиздец. Смотрите, ауру забрал, если че, блядь. Дайте шкаф, блядь, он на коне где-то ездит, блядь. Снаружи, нахуй. Просто улучшенная, улучшенная аура сосредоточенности на хпале. Это ПВП, да, получается? Памп. Да. Пока этот инту не наберешь, нахуй. Инту не наберешь, на нем ходишь, как и вспышкой пишешь. Ранник, ты где там? В гайде так сказали, короче. И там ПВП тоже идет. Блять, Рарник. Рарник, брат, ты где? Рарник, ё, Рарник. Ё. Принимай сумму. Угород. Принимай сумму. Он бичей фармит. Всё, дай отчёт. 5, 4, 3, 2, 1. Кто не отвернулся, 100 ГП. Отлично. Нихуя себе ты. Давайте сразу 1000, я просто простою весь рай. Он отвернулся. Давайте захиливаем. Щиту и ПКД рейд. Давайте, поднимайте нормально. Диспельте. Эта хуйня не должна дебаф оставаться на людях. Он усиливается, имейте в виду. Так, скоро будет фир. Отвернулись. Спиной к боссу. Никто не стоит. Отбежали. Диспелим. Метки выносим. Я понял. Диспели. Метки выносим. Отвернулись. Даже когда метки выносите спиной к боссу. Все нормально. Отбежали. Диспели. Метки. Бать. Вернулись. Диспелим. Метки выносим. А чё за череп на... А, метки выносим. Отбегаем. Диспелим. Это три сюда диспелить. Метки выносим. Скоро фир будет. Отвернулись спиной к боссу. Диспелим. Метки. Отбежали. Хуёво лагануло. Думал, отбежала, нихуя. Бать, чуть не обосрался, блин. Отвернулись. Метки. Самый неприятный босс. Самый. Самый... Сдиспельте воида, нахуй. Хороший. Я сейчас относил метку в метку. Просто. Я думал, сейчас чаджерис. И там вижу, раскрушающий идет. Обжали. Я метки. Просто чуть не шотнуло. Вернулись. Ну, блядь. 2-2-8. Так. Мой. Так. Голова! На РП. Блок щитом. Это Навара? Черная? Это Навара. Это Варовская, да. Я... Так. Посох древковая, кому надо. Блять, спустя... Главное, безобидно. Блять, спустя 10 тысяч лет эта чатка появилась, это вообще шмотка появилась. Хотим ЦЛК, пацаны. Замена плюсуйте. Тебе репчип, блядь, надо было эту хуйню, да? Ну да. Или не надо? Прям. Какую? Просто надо ли? Пока что надо.
Сейчас дам ассиста всем на замену плюсуйте пока. Скорее всего еще на сначала ИП за замену дам, потом целка прям. Так, Репичип и Шлепец, кому с вас давать? Ну давай мы родём, если чё. Как бы просто мне тоже пиздец как надо эту чарку. Чё? Вот Рокштейна надо взять, целка. Скажи мне. Чего? Кто будет фармить душу целка? Не знаю, бля, мне вообще похуй. Кто хочет, блядь, ну думайте, кто быстрее сделает, кому срочнее, я хуй знает. Вопрос, у кого-то есть МДД души, которыми нужно фармить? Так, кидайте, кидай репичип с шлепецом там, кидайте. Так, ну, блядь, давай. Вот, в рейде три человека фармили. Ёпта. Чё-то кажется, что не судьба репичип сегодня. Шлепец. Ну, там смотри. Да ну нахуй. Ладно. Если сильно срочно, напиши Вару, может ему не срочно. Да, ладно, хуй вообще. Че, дали ебе? Нет еще, я шмотки три разраливаю. Так, вот это говно плечо надо кому-то? Что это вообще с духом? Не сильно-то и хотелось. Так, распыл, короче. А, нет, нет. Я знаю, лутная хоть. А, лутная тоже, волки, да. Так, ладно, это я тогда себе на распыл. Так, теперь нужно. Перчатки две штуки выпало. Одни 320 урона, а другие с СПД. Кому какие надо? Да, там мой бахиловский. У меня есть. Ну, с СПД лучше будет. А тут они никому не надо, нахуй. Лутайте надо? Оставь себе распылить. Рарник, собирай себе хила. Лутайте, я закинул, короче. И так. Собирай себе, короче, волонер. Так, да. Это все на ИП, да? И так, сейчас ИП дам. Да, и танчи. Так, ТТГ. Вот и сейчас будет фармить МДД души. ЦЛК. Мили-ДД? Мили-ДД. Мили-ДД фармят все, там без разницы уже. Нет, там если ты заденешь первый. Нет, там весь прикол в том, что там они могут рандомно упасть, если там два типа будут. Да, с шеймами, то это убьет. Оно не рандомно падает, а тот, кто первый ударит, да. Там падает дебаф, да. На моба, да. И все.